Убедились, что заработать на инвестициях действительно можно. Более 3 миллиона рублей подарила мошенникам молодая работница детского сада на Камчатке. 23-летняя жительница Елизовского района стала очередной жертвой дистанционных аферистов. Она увидела объявление о быстром заработке на одном из интернет-сайтов. После с ней в мессенджере связался неизвестный, который представился специалистом по инвестициям. Лжеброкер обещал большую прибыль, которую она получит в кратчайший срок. Девушка перевела 8 тысяч рублей. Злоумышленники в качестве прибыли перечислили ей 2 тысячи рублей. Убедившись, что схема заработка работает, девушка оформила кредит и перевела несколькими операциями крупную сумму денег. Ущерб от действий злоумышленников составил 3 миллиона 165 тысяч рублей. Уже возбудили уголовное дело. Полицейские напоминают камчатцам, что необходимо проверять сайты и организации, которые обещают быстрый заработок от инвестиций.